Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, брат его, а с ним 400 человек. И разделил Иаков детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил двух служанок и детей их впереди. Лию детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали оба. И взглянул Исав и увидел жен и детей, и сказал: «Кто это у тебя?» Иаков сказал: «Дети, которые Бог даровал рабу твоему». И подошли служанки и дети их, и поклонились. Подошла Илия и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились. И сказал Исав: «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков: «Дабы рабу твоему приобрести благоволение в очах господина моего». Исав сказал: «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков сказал: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие, и ты был благосклонен ко мне». Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все, и упросил его, и тот взял. И сказал: «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны». «А мелкий и крупный скот у меня дойный, если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему Сеир». Исав сказал: «Оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал: «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего».
и возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. А Яков двинулся в Сохов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. От всего он нарек имя месту Сахов. Яков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Хананской, и расположился пред городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Емора, отца Сихемова, за дома нет. И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева.